Коллеги, ProDexpo 2022 вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер и, самое главное, с новыми интересными продуктами. Давайте знакомиться. Давайте, Андрей Емец, генеральный директор компании Consumer Holdings. Расскажите, пожалуйста, у вас, вижу, отличный свитшот. На нем написано название команды. Давайте поподробнее. Нашу рекламную одежду, спецодежду для выставки. Замечательно. Давайте про вот бренд. Потому что я здесь вижу и перец, вижу и паприку, и чесночок. Давайте чуть очень красивые упаковочки. Большие, маленькие. Давайте, вот очень хочется узнать подробнее. Мы производим два формата уникальных упаковок. Это 100-граммовая банка пепермания. Вторая уникальная упаковка, которая есть в нашей компании. 400 мл PET-упаковка. У нас в компании более 100 наименований продукции. Основной бизнес нам приносит традиционный формат упаковок. Наши клиенты с нами работают, потому что у нас хорошее качество, интересная, сильная визуализация, потому что встречают по одежке, провожают по уму. И также у нас есть ассортимент для канала Хорика, бары, отели, рестораны, вот эти банки. Расскажите, все вот эти вкусы и все эти специи, они уже зарекомендовали себя или есть какие-то ноу-хау, например, вами придуманный какой-то рецепт, который вот-вот должен покорить сердца? На сегодняшний день большое значение имеют расширенный опыт, который потребители хотят использовать и попробовать с помощью новых специй. Поэтому в нашем ассортименте есть такие смеси и вкусы, которые являются популярными в других странах. Эта серия называется «Кухня мира». К таким вкусам относятся такие приправы, как гарам масала, тандури масала, чимичури. Эти вещи мы советуем обратить на них внимание, потому что они являются нестандартными. И в нашем ассортименте будут в будущем такие интересные смеси, связанные с апельсиновой цедрой и так далее, с луком, которые создают просто неповторимое ощущение, когда ты готовишь. Рассказывайте очень вкусно. Пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь, что все абсолютно покупатели смогут на прилавках ближайших магазинов найти эту прекрасную продукцию. Спасибо вам большое. Вам спасибо, сбыться всем вашим пожеланиям.